ходе прокурорской проверки установлено, что рассматриваемая территория является местом обитания редких краснокнижных животных, что подтверждается как заключениями специалистов, обладающих специальными познаниями, имеющимися в материалах дела, также подтверждается сведениями уполномоченного органа службы по охране объектов животного мира. На что ссылается прокурор, якобы эти виды краснокнижных птиц находятся на этом земельном участке. Но уж честь обращаю внимание, что дальше в этом письме написано, что все эти виды, которые перечислены, они находятся в нижнем течении реки Пахаби, что также относится к городу Смелянке. Если закон, постановление, если существует, работает индустриальный парк, разрешено строить такой завод, это экологически чистое предприятие, не знаю. Я как иностранный инвестор не знаю, что случилось.